Как устанавливать скошу? Начинаем с того, что собираем пистолет. Nail gun. Вот это надписью вверх, чтобы ничего не рассыпалось. Открываем. Берем ган, берем батарейку, вставляем. Зеленым, значит, все хорошо. Если красным, значит, нужно батарейку на зарядку ставить. Проверяем гвозди. Нажимаем сюда, смотрим гвозди. Гвозди есть, все нормально. Так, как менять газ? Вытаскиваем батарейку. Сейчас вот нажимаем так. Сейчас вот здесь вот кнопочка есть. Так, вот берешь, нажимаешь и туда немножко тянешь. Вот образом. Все закрыто. Туда вытянул. Вот так вот. Все. Вытаскивается эта часть. Берется новый. Откручивается. Два паза есть. Вставляется паз в паз. Потом закручивается. Должен плотно сидеть, без зазоров. Угу. Все. Вставляем это сюда. Надо убедиться, что вот этот колпачок попал вот в это отверстие. Угу. Вставляем в отверстие и все. Закрываем. Таким же образом закрываем.